Да-да-да, ребята, я знаю, о чем вы думаете и что хотите у меня спросить. PandaFX, ты ведь был против челленджей, так какого хера? Ну, ребята, времена меняются, FIFA немного надоедает, тем более лето на улице. Сейчас то самое время, когда челленджи записывать вполне себе актуально. Поэтому я впервые за 5000 миллиардов тысячелетий вышел на улицу, чтобы попинать мячик. Не знаю, зайдет видос или нет, в любом случае, если вам понравится видос, если вы хотите побольше челленджей у меня на канале, то... поставьте под этим видосом 15-20 тысяч лайков, и тогда я пойму, что вам это интересно, и буду продолжать выбираться на улицу. С новым апдейтом World of Tanks в игру добавили итальянскую ветку танков. Вас ожидает более 10 новейших машин и уникальная система дозарядки снарядов, которая полностью меняет ощущение от игры. А приятным дополнением является обновленная карта провинция, которая отлично подходит для обкатки итальянской техники. Регистрация по ссылке в описании дает премиум на 3 дня, 400 тысяч кредитов и быстрый танк Титрарх. А правила челленджа довольно-таки просты. У нас есть три этапа. Это выход 1 на 1, за который вы получаете 1 очко, пенальти 2 очка, ну и штрафные удары 3 очка. Ну и в конце подведем итоги по баллам, и мы узнаем, кто же из фиферов самый охуенный футболист. Я буду бить Никиту его же оружием, пумовским мячом. Дуй, дуй. Так, так, ну-ка. Джефф, нехорошо было встать. Вторая попыточка, друзья. Первая на изи зашла. Что-то сейчас будет. Моя очередь. Надо заканчивать с этой хуйней перед ударом камеры подходить. Да! Да, блин! Да! Так, блэд, допустили до мяча, все. А, подожди, стой. А, ладно, ты. А вот так. Вау! 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 Это добивание. Что-то в этом году фиферы не очень умеют играть в футбол, походу. Короче, ребята, мой челлендж, и пойдет, все должно быть на изи. Да, брат? Вот это дрибли. Блядь, это дрибли пантеры просто. Ставь лайк, если пьяный домой возвращаешься так же, как Андрюх Финдит. Да! Четко. Макс. Последний на челлендже. Все забили, кроме меня. И Макс забил. Я единственный, кто не забил. Итак, у Андрюхи один, у Макса один, у всех остальных по двум, кроме меня. У меня ноль. Первый тур у нас прошел, повыходили один на один. Сейчас будем бить пенальти, посмотрим, кто из нас самый классный пенальтер. Начнем с Германа. Поехали. Вот теперь я туда ударил. Не, ну с Германом все ясно. Неинтересно. Все ясно. Улетел. Где-то я это уже видел. Че это за движение? Я не знаю. Ого! Андрюшенька, ну привет. Никуда же не дам. Че там, по мне шепчешься? Давай. Сам вот такой счастливый. Я сейчас забью вам. Ты знаешь, какое это событое чувство, друг мой? Ой, так не работает. Ой, какой гиб. Крокодил. Можно 4 из 4, как у Германа. Как все просто. Вот просто взял и сделал. У меня пока 4 из 4, и самое время мазать, самое время не попадать, показывая, что самый сильный здесь Мози. А где моя стена? А Никита просто сам стенку себе выставил. Нормально. Дэвид Бекхэм! Ой, я тебе сидал. Headshot. Сейчас бы минус ебейло было. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть? Ну, неплохо. Кому же ты эти пальцы хочешь засунуть, Артём? Тебе. По минус.
Бля, засунь в дальний, что ты смотришь? Бля, ударить, что ли, не заебали? Бля. Скотина какая. Ну а итог у нас неутешительный. Фиферы ни хера не умеют играть в футбол, но может быть я плюс-минус. Бля, видели мои финты вообще, бля, алё. Всем спасибо за внимание, ссылочки на всех фиферы будут в описании. Если вам нравится подобный контент, поддерживайте его лайками. С вами был я, PandaFX, и всем пока.